Всем привет-привет, мои хорошие. Вы скучали по мне, да? Ну, наверное, кто на канале «Мой мирок орхидея» у меня есть. Это второй мой канал «Мой мирок орхидея», кто не знает. Те уже поняли, что я прям сегодня так работаю-работаю. В общем, пришло время пересаживать орхидеи. Ждать больше нельзя. Надо кому-то давать помощь. Здесь доча нажарила картошечку с грибами. Ой, вот такая... Ой, погодите, вот так, да? Вот так будет красивей, да? Вот. И три яичка я себе пожарила. Ну, мне мало этого. Дочь пожарила, нам на... О, погодите, забыла этот. Как он называется-то? А то девчульки мне сказали без... Хрена, холодец, как чего-то водка без пива, что ли. Ну, как водка без пива, я не понимаю, потому что я не пьюшка. Хрена у меня тоже нет, но у меня есть горчица. Поэтому будем есть холодец с горчицей. Блин, где она тут? Я ее всю уже съела, походу. Нет, не всю еще. Короче, сейчас вот так. Везде наложу. Надо покупать новую. Новую надо покупать. В общем, я купила. Сейчас расскажу. Что мы там чуть-чуть, точнее не мы, а муж чуть-чуть сделал на складе. У него было маленько времени. Он утром приехал, поделал. Холодец с горчичкой. А хлебушка-то я что не порезала? Прям не подготовилась сегодня я как-то. Ой, вы трясетесь, простите, пожалуйста. Ё-моё, погодите, кто-то пришел. Я вернулась. Ё-моё, остынет нахрен все. Соседка пришла. Там наверху, ну не там наверху, а короче в нашем подъезде наверху. Живет семейка, ну, не очень благополучных, скажем так. И вот они год не платили за газ. То есть у них долг там 13 тысяч. И эти газовщики к ним ездят сколько дней, не могут их там застать дома. Они дверь не открывают. Они просто дверь не открывают, они дома. И увидели соседку снизу, и ее спрашивают. Типа, не скажете им, чтобы они открыли нам дверь туда-сюда, типа, мы отрежем вам весь подъезд. Они приехали уже отрезать им газ. Отключать. И вот она пришла сейчас, говорит, Люб, я боюсь, что делать-то. Я говорю, здрасте, Настя. Нас-то кто отключит? Я говорю, ты должна за газ? Нет. Я говорю, тоже не должна. Другие жители, которые в нашем подъезде живут, тоже не должны. Поэтому с какого перепугу нас, кто живет внизу, должны тоже лишить газа? Офигеть не встать. Я говорю, они просто взяли на испуг, что может как-то жители подъезда подействуют на них. Мне вот это не надо. Я не собираюсь ни на кого действовать здесь. Я говорю, они закон нарушать не будут, они не имеют права этого сделать. Пускай вызывают участкового. Пускай что хотят делают. Как хотят, заходят к ним в квартиру и отрезают им газ. Это во-первых. Пусть поднимаются на вышки к ним. Ну, как труба идет, она идет через улицу. Пускай перекрывают.
их через улицу. Офигеть. Какие, да, умные у нас тут работники Горгаза. Как вкусно. Забыла то, что вам рассказывала-то. В общем, покажу в конце видео, что муж сделал на складе. У него с утра был часик. Вот. Он там чуть-чуть подделал. И вечером сейчас приезжал. Уже не сняла я вам. Балкон. Ой. Балкон. Убрал оттуда во все. Все ненужное вывезли. Увезли в гараж. Что уже не нужно. И это. Ну, прошелся там чем-то на балконе. Завтра там будет что-то клеить. Вот. Или давайте вам лучше потом покажу про ремонт, да? А то что тут кусочками? Буду сейчас снимать каждый день, потом одним видео покажу. Да, да. Вот. Я купила капусту. Соседка говорит, зайди ко мне. Я говорю, не пойду, я болею. Чем, короной? Я говорю, не знаю, чем, я болею, не пойду. Капусту покупала, кстати. Не в магазине. У нас есть уличные палатки. Вот. Я просто не домогаю сейчас. Поэтому не отправляйте вы меня в больницу. Все равно не пойду. Ну, вот она меня звала, чтобы рассказать новости сегодняшнего дня. Страшные. У нас отключат газ из-за соседей сверху. Не те, которые надо мной живут, а те, которые над ней живут. Так что вот. Купила капусты. Купила свеклы. В следующем видео будем с вами солить капусту. Быструю. Вкусную. Вот. Ёшкарный бабай, сметану забыла. Хотела с грибами. Всё, соседка виновата. Что-то я даже и не поняла, ела я или нет. Как-то быстро все съела. Она нагрелась. Да, тепленькая. Я давно ее достала.
Там пылище на складе. Ну, я больше ждать не могу. Их надо пересаживать. Сколько можно. Там еще, наверное, неделю точно будет делаться этот ремонт. Если бы у мужа было время больше, а то он прибегает туда на час. Чуть-чуть поделает и уезжает опять то поспать, то по работе. Все, оставлю. С чем-нибудь потом поем. Вот. Вот не люблю, когда сбивают. Вот сбил у меня с панталыки. Забыла, что хотела вам рассказать. В общем, на канал Мой Мирок Орхидей сегодня выложила два видео. Вот. 6 орхидей пересадила, а их там очень много пересаживать. Фишка в том, что там не развернуться, не повернуться. Матюша спит. Как никогда. Вон он там. Вы заметили, он даже со мной на кухне не сидит. К чему бы это? Не понимаю. Вот. Вроде наелась. Правда, говорят, сразу не ощущается сытость ёпарасоте. Все, сейчас все подготовлю для капусты соленой. Все нашинкую. Ну, а потом уже покажу вам, как я это буду делать. Ну, я посмотрю, как. В общем, сниму для вас следующее видео про капусту. Вкусную, быструю, полезную, самое главное. Вот. Все, мои хорошие, будьте добрее. Всем спасибо за комментарии, за просмотры. Не теряйте меня, я всегда с вами. Всем пока-пока.